Добро пожаловать в будущее, братишка. Пока кто-то блокирует телеграммы, освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта StartCom знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает 1,5% в день, даже 55% в месяц. Открывайте позиции на сутки, неделю, 2 или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт StartCom и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Такие вот рисуночки в курилке прекраснейшего заведения. Ну что, устроенный ужин. Первый ужин в наркологичке. Посмотрим телек, что там. А вот у нас обедик. Обедик сегодняшний. Так что все четко. Все будет вкусненько. Обедик четкий. И здравые людишки, объясните, пожалуйста, как Roland SP404SX любой там подключить к этой колонке GBL, блядь. Какие провода нужны? Вообще, что надо? У меня нихуя не получается. Блять, вот ебучий Roland, блять. Вот эта ебаная колонка, блять. Вот он, ее, блять, разъема нахуй. Че вот надо, чтобы, сука, работала, блять, я не понимаю. Короче, я разобрался, там что-то звук очень тихий идет, блять. Roland работает, как бы, но звук тихий, пиздец. То ли в проводах дело, то ли колонка говно, я нихуя не пойму. Саул дураки. Привет, дебилы. Здорово всем дебилам. Ух, пошла жарёхонька. Моё яйцо уже не видно. Щенки. Я сейчас... О, спасибо за голос, я тебя люблю, мой конский волос. Я сейчас нахожусь в больнице. Только что прокапался. По телечку идет фильм с Николасом Кейджем в главной роли. Он пьет ликер. 3 бутылочки ему нужно срочно. Физраствора. Вот. На самом деле Итан Хант, мама Шаби Флейвый, в Жигулях, ёпт. Оу, бля. Как много у вас дебилов. Чё хотел сказать, скоро альбом выходит. Числа 15 где-то, вот так вот. Так что готовьтесь, маленькие гомики, блядь. Он будет называться Russian Trashman. Этот альбом будет бомба. Самый лучший альбом, который выходил у меня, блядь, пока что. Потом выйдет еще пиздец. Там вообще будут в альбоме такие штуки, вообще ебанетесь просто. Вы ебнетесь наглухо. Будут великолепные треки. Будут великолепные минуса таких великих диджеев, как Lucky Production и его усиков. Также будет еще, что я хотел сказать, будет также фиты будут с Киевстонером, с GSPD, с Эдл Вульфом будут. Будет Шаби Флейвый фит. Будет куча всякой хуеты, вообще конкретники. Просто вообще вы охуеете, ребят. Вы охуеете, я отвечаю, вы охуеете. Бля, вы настолько быстро пишете, что я не могу, блядь, даже, блядь, понять нахуй. Отвечать вообще на вопросы или чё, блядь, или вам нахуй сразу вас послать, блядь. А с кем еще фиты буду, спрашивайте? Так, сейчас вспомню. Так, фиты еще какие там будут. Блин, у меня альбом на сведении, не могу до конца вспомнить, конечно. Но будет нормально. В разных стилях будет пизда. А, еще, конечно же, Xenox Gang будет фит отдельный. Называется трек «Вспоминаю». Вспоминаю. Вы будете вспоминать его долго. Он будет играть в вашей голове, ебать. Давайте сейчас до 10 монеток добьем, и я нахуй завязываю эту трансляцию ебаную, а то уже что-то нахуй пиздец. Вас набежало здесь очень много, а толку ноль, блядь. Давайте, давайте. Активнее, активнее. Вот, все, до 10 добил я, все. Как и говорил, все. Всем пока, всех целую, всех люблю. Ждите альбом 15 числа. Да что ты там как будто не на трезвую голову лежишь. Не, вообще на трезвичке. На Cowork Times. То есть это ты техник в реальной жизни уже вот такой вот, да? Ну почти выходит. Дрянь выходит, блядь. То есть, может быть, ты пропагандист теперь, трезвый образ жизни? Да. Да? Да. Кресты будем колоть скоро? Ну, блядь. Ну, такие полумутные, полуразмытые. Не, ну я могу тебе сказать, что с алкоголем и прочей хуйней нахуй. Кокаин только остался? Нет, никаких нахуй наркотиков, ёпта. А чё у тебя какой-то 7-8 петушок делает, подписыватель, блядь, не знаешь его? Кто? 7-8? Что за 7-8? Да, мудак какой-то с колгардыма там какого-то, задрот, блядь. Не, не знаю. Такой отпиздал с подворотами, ёпта. Отпиздал с подворотами? Не знаю. А чё он тебе, что-то угрожает? Да, ну угрожает меня поцелуем в хуй, говорит, я говорит, тебя поймаю в хуй поцелую. Я говорю, нахуй мне нужен, нет. Опасный, говорю, ты, блядь. Да, он, блядь. Кыштымский какой-то он там, карлик. Метеорит, может, он? Метеорит, там у него метеоритный дождь. Я со звуком включил. Я просто после капельницы, ёпта, мне вообще заебись. Пашок, ну ты понимаешь, что ты вообще на трезвого человека не похож? Странно. Я вот, видишь, я с женой кофе пью на... Привет, привет. Да нет, на самом деле я чисто после капельницы. А к тебе жену пускают хоть? Да. И чё, она тебе даже ничего не это? Хвостик даже не принесет ничего? А мне не нужно, у меня настолько здесь все охуенно, что пиздец. Знаешь, все это игрушка дьявола, ёпта. Блять, я прям к своим глазам не верю. Да я сам в ахуе, ёпта, я тебе потом, бля, расскажу-то, пиздец. У меня он, блядь, вся рука, блядь, в этих, нахуй, катетерах, ёпта. В катетерах? Да, высасывают из меня этот, блядь, промовку, блядь. Я, короче, смотрите, пишут, Паш, ты чё, женат? Ебать, пиздец, сейчас, походу, половина отпишется. Причем пацанов. Пацанов? Да, ну, как правило, это у пацанов такие там. У них же гормон играет. 20, ебать, 20 лет. Короче, я в Самаре был, вчера прилетел обратно, и это пиздец. Понравилось? Я, короче, не хочу назад возвращаться, Пашок. Я смотрю, там купался. Чё? Купался там, смотрю. Я купался там, но это максимум, что я там мог делать. Я потому что охуел вообще. Я вот как уехал, так, блядь, все и осталось. Вот даже чувак-алкаш во дворе как сидел на одном месте, так и сидит. Прикинь, а мне, короче, признали, короче, у меня пивное... Алкоголизм? Пивной алкоголизм второй степени. Пивной алкоголизм второй степени ему признали. Ты прикинь, ну вот тебе крафтовое пиво, да чё довело? Ну, а крафтовое пиво это... Сначала крафтовое пиво, потом машинки, шиен колят, татуировки, знаешь, такие безболезненные. А потом в жопу ебутся. Это все, это три стадии. Ну вот я хорошо, я вовремя соскочил, блядь. Да, да. А ты в Москве уже, да? Да, вот со студии иду, сейчас колол. Заебись. Вчера мне какой-то писал: слышь, пускай троллейбус и техник меня поздравит. Я говорю, мы можем в рот ему сделать только. В рот поздравить? Поздравить прям, в рот ему напихать, блядь. В футболке Кубань, блядь. Ну, дай бог. А тут бывает, вот, бывает. Кстати, надо тебе футболку будет подогнать. У нас на днях будет коллаборация Провинциал Спирит с Алтайгером. Надо, надо, конечно, конечно. Я же только такие ношу, я же это не ношу casual, эту одежду. Ну ты вообще, я смотрю, везде в нашей футболке светанулся с этим. Где мы? Два рыла. Да. Ну а чё? Заебись же. Да, вот Ромка сделал тоже еще. Нормально. Ну давай, старый, погнал я в метрополитен. Давай, отправляйся, заезжай. Ты не пропадай, давай, заезжай, я скольнем тебя. Долечусь, да, и заскочу. Ты будь осторожней, кругом одни росомахи, блядь. Будь осторожен, кругом одни росомахи. А чё, разъебут? Да, блядь, да просто, не, они просто морально могут разъебать. Как? А ты просто посмотри вокруг, пиздец полный. Ну, сейчас тебе покажу, что вокруг. Вот ну, вон, две вон сидят, блядь. Чурчхелы. Вот а вон вдали, видишь, еще там эти... Как эти? Да. Это ну, ребята ждут, короче, чего-то. Давай. Все, давай, удачки. Давай, пока. Давай. If you're over the age of 40, I'm not sure that you're listening. That's right. Чем ты, старичок, ёпта, успокойся. Дай бог им здоровья всем. Нормально, старичок, 2,5 годика взял. Ху-ху-ху-ху. Сейчас вот это расчищаю, ёпта, нахуй его и пизду. А он, братух, вот этой хуйне прям по ним как запустим, бау, и пиздаем. Эй, убайся, нахуй Ксанакс для мудаков, ёпты. Буду ебашить тебе всех, кто его жрет, нахуй. Я на бой тебя люблю. Жадич дохуяют, дохуя. Хочу пожелать вам счастья и здоровья. Не обосраться, ёпта, блядь. Друзья, дорогие мои, альбом, короче, с 1 августа переносится где-то на 15, я так понимаю, августа. Так что проявите терпение, скоро вся информация будет. Люблю вас всех, друзья мои, люблю. Иду на поправку. Не все так быстро, как кажется. Но главное, что здоровье — это главное.